Здравствуйте, подписчики и гости канала. Вот, снимаю сейчас видео. Решил пособирать ненужный металл. Там у меня что-то скопов, что-то валялось просто. Провел ревизию, что где нужно собрал. Буду сейчас заводить шестерку. Не знаю, как она заведется, потому что не заводил ее с прошлого года. Вот. Если все нормально заведется, то поеду на прием. Конечно, если приемка сегодня работает, потому что сегодня суббота, а в другие дни мне вывезти просто я не могу вывезти. Работаем. Вот. Ну, сейчас попробуем. Не знаю, вот, что делать с проводами. Их надо обжигать. Обжигать негде. Это надо ехать куда-то, в лес, там их обжигать. Ну посмотрим, может так возьмут. Вот так вот я приготовил. Это провода всякие. Это чермет. Здесь это осколки, и копаны, и прочее. Фигня. Вот это у меня здесь латунь, экраны вот такие вот, и вот на балкончике у меня лежит алюминий. Не буду, я здесь запаковал уже. Вот коробка с алюминием, вот это тоже алюминий такой массивный от огромного динамика. Когда собирал медь, провода, вот все вилки, все поотрезал. То есть там чистые провода без вилочек, без всяких. Так. Машина вот стоит во дворе. Сейчас аккумулятор я зарядил. Вот. Вот аккумулятор у меня стоит на зарядке. Вот. И пойду сперва заводить. Что как получится, это все покажу. Вот, открываю капот. Что у нас здесь происходит? Все мокрое, все сырое. Просто жуть. Так, насос в норме. Сейчас будем ставить аккумулятор. И заводить. Сейчас подкачаем бензинчик. Что-то появилось. Сыро, мокро, сиденье мокрое. Так, так, подсос. Пробуем. Пока молчит. О! Нормально. Завелись. Сейчас буду греть ее хорошо. Чтобы все просохло. Бензина ноль.
Ой, я предвидел это. Батарея замыкается у меня. Я уже возвращаюсь. А сколько дальше сейчас приеду, покажу. Ну вот, я уже приехал на месте. И вот результат сдачи металлолома. Получилось вот так. Поэтому завтра есть на бензинчик и можно будет ехать на коп. А вообще здесь довольно таки сложная ситуация. Здесь мне даже выехать, если впереди заставлено машинами. Вот как вот сейчас, то выехать довольно проблематично. Здесь развезли такую грязь обалденную, такие ямы, что здесь чревато хорошо приземлиться, что потом они выберутся отсюда. Рискованно. Ну как-то так. Нет, я не сдал, потому что по пути, где ехал, обжечь ее вот негде. Это чисто латунь, алюминий и чермет. Получилась сумма. Ну как-то так. Yeah.